Югорчане могут начать считать калории. Для этого как раз есть повод. Округ присоединился к акции, приуроченной ко Дню против ожирения. Его отмечают 26 ноября. Эксперты считают, что вредит не еда, а ее количество. Переедание – причина ожирения у взрослых и детей. Постоянное избыточное употребление пищи приводит к сбоям в работе так называемого центра аппетита – отдела головного мозга, отвечающего за чувство голода и чувство насыщения. В результате нормальным количеством еды голод уже не утоляется, формируется расстройство пищевого поведения. Профилактика ожирения начинается с контроля не только порций, но еще и своего психоэмоционального состояния.